Сегодня 20 июля 2013 года, суббота. Вот мы прибыли в Елец. Сюда направили барнаульского епископа Максима Дмитриева. Но мы решили навестить его и сделали крюк. 650 километров проехали. Это мы были в шахтах Ростовской области. Были неприятности, там что-то у нас с аккумулятором, с машиной. Но пробрались. Пытались вечером мы найти его здесь, а уже к закату прибыли. Так и не нашли, никак не могли связаться. Сказали, сегодня вот утром в 7:30, там где реставрируют, может там будет епархия, неизвестно что. Ну вот, найти обещали нам его. Вот сейчас мы пришли на то место, куда направили, как бы женский монастырь. Ну тут увидели мы уже 4 женщин, может быть и больше здесь есть. Везде камни навалены, стройка. Я немало не сомневаюсь, что будет отстроено. Строителей много на земле, умеют. Они тут уже почти восход. Сейчас начнут шевелиться около 6 утра. Ну а пошли все, видно, что цветник посажено, храмы все строятся. Но заранее можно сказать, ни на шаг не сдвинется в положение в благовестии о том, чтобы люди знали Бога, как должно. Сейчас тут мощи будут, это уже абсолютно точно. Мощи всякие разные да будут. Иконы будут и мироточивые, и старинные. Храмы отстроят, знают как по образцу. И снова уже в который раз будет татаро-монгольское нашествие, так выразимся. Придут другие, все отнимут, и нигде ничего опять не будет. А сила уже накапливается, видно, что появляются люди, будут отпущены громадные средства, так как правители расположены к этому. А почему они расположены, правители, если они неверующие? Это выгодно, чтобы люди занимались чем-то, немножко утихомирились, а подготавливается пришествие Антихриста. Вот все для этого делается, чтобы люди не знали Бога, крутились, вертелись вокруг стройки, зданий. Вот. И больше ничего не будет. Это все будет разрушено, камня на камне не останется. Ученики тоже так же пытались Господа удивить. Посмотри, какие вкладыши здесь, какие стены, какие бриллианты, алмазы. Все было разрушено, это было подготовлено для римской власти. И она все отняла. Здесь другая власть придет, с другой стороны. Там громили евреев, тут будут громить и евреи. Ничего не меняется. Господь дал четкую программу. Идите по всему миру, не сидите. Вот стали, когда дробить епархии на 2, на 3, ко мне отовсюду звонки пошли. А вот что этот патриарх Кирилл делает? Я говорю, правильно делает. Правильно. Потому что ну, большая необъятная епархия на несколько областей, он неохватная была. А так вот, видите, заброшенные руины. Они это восстановят, будут приходить люди. Это все-таки лучше, нежели развалины какие-то. Но вот если бы стали дробить при одном условии, что всюду и везде открываются миссионерские курсы, и пойдут они, не ища доброй славы, от кто скажет плохо о нас, тебе какая разница, что скажут? Вот мой адрес все время обвинения. Ну, а то он о патриархии, о московской патриархии, отозвался плохо. Да разве Бог меряет этим, что отозвался я или кто-то? Правда или неправда? Правда высвечивает суть болезни, помогает исправиться, начать. А здесь какой-то дикой, просто сатанинской свирепостью. Ой, сказали плохо там о патриархе, об епископе. Да другого-то мы не заслужили. Меня абсолютно не интересует, что обо мне говорят. Ставят разные фильмы, рисуют там. Просто страшно смотреть, что сделают там. Ну и что? Это они так понимают, им так кажется, ну и все. Главное, это правда или неправда. Нужно трудиться, успевать людям рассказать о Христе. Вот мы выехали 29 мая 2013 года в свою миссионерскую поездку. А сегодня 20-е, еще 2 месяца нет. За это время мы прошли 15 государств. Начинали мы с Украины, Белоруссия, Польша, Германия, Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия, Сербия, Болгария. Ну и здесь Молдавия.
прошли южные республики, 6. Это Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня. Это за 2 неполных месяца. В каждой библиотеке, оставляя книги, встречаясь с людьми, свидетельствуя о Боге. Люди жаждут. Нас пугали Чечней, да много говорили об Азербайджане, что там такие злые люди. А мы прошли Грузию, Армению. Все не так оказалось. Нас в Чечне как будто ждали. В Азербайджане люди очень добрые. В доме Мулы были, ночевали, там Самиру встретили. Все зависит от того, насколько человек будет исполнен благодати Духа Святого, о чем говорил Серафим Саровский. Это главное. Стяжание Духа Святого. Это наивысший шаг, к которому призывает Господь. Если это все к этому будет направлено, цель будет достигнута. Царство Небесное приблизится к человеку, ибо приблизило Царствие Божие. Вот я говорю, мы за 2 месяца, неполных только, прошли 15 государств и 6 тревожных южных республик. Не просто с автоматами, а со снайперскими винтовками стоят на каждом квартале везде. Мы только вот выезжали, сразу сообщили, убили священника православного. Кому он мешал? Мы видели это все своими глазами. Мы вчера приехали, потому что это наш владыка барнаульский. Мы сейчас к нему пойдем. Я вчера воображал, как он выйдет, опять раскинет руки, обнимет. Ну, мы знаем его. Он только что у нас гостил там. Мы строим православную деревню. Брат у меня, родной отец Аким, на 5 лет моложе меня. Мне 74 года. Вот. Он 34 года в сане. И вот владыка Максим приезжал. И у нас там он был, 11 семинаристов приехали, и там несколько священников, как раз у нас день деревни был. И владыка Максим ходил и все время говорил, как многому можно здесь поучиться. Вот. И мы к нему приехали и знаем, какая радость будет у него, потому что трудная обстановка, на новом месте, многого еще тут не достигли. Вот. Мы молимся всегда друг за друга, это знаем. Не знаем дальше, как это будет, но сказали тут в храм идти, там отца Василия, найти через него владыку. Что нужно, необходимо? Это людям Слово Божие дать, благовестие. Мы, я говорю, вот проехали столько, полностью Краснодарский край, Ставропольский, порайонно, Ростовская область. Вчера вот мы... Ну, уже поздновато были, опоздали мы, Воронеж прошли. Сегодня, видимо, пойдем на Липецк. Нужно будет спуститься к Волгограду. Подвигаться начинаем домой. Нас уже срочно зовут по разным обстоятельствам. Но Господь милостиво сохранил. Были очень опасные моменты, чрезвычайно даже. Но Господь милостивый, потому что, когда нам говорят, вот, ну... Что-то не так-то. Но повторить то, что мы сделали, нельзя, потому что за нас тысячи людей молились. Молились митрополиты, епископы. Нас ждут. Какие сведения мы привезем? Ну, вот приехал патриарх Кирилл с Востока, выступил. И когда я говорю это, не верят. Но когда я говорю, патриарх подтвердил это все. Духовное состояние церкви, тире. Он говорит, духовное развалины. Почему? Сектанты все захватили до Дальнего Востока, север захватили, все буквально здесь. Это патриарх Кирилл говорит, он очень умный человек, он это видел. Но я добавляю, что патриарху показали не худшее. Где мы проехали, там Хиросима и Освенцим. Даже развалины и те проваленные уже. Тревожная обстановка, очень тревожная. Юг могут взорвать в один день, все. Ну, вот где мы ехали, этих проверок, ну, не успевали паспорта вытаскивать. Но нас как-то вперед выталкивали. Мы только на таможне просидели, продержали 15 часов. Это при въезде 6 часов и при выезде 9 часов в Азербайджане. Вот. А отношение какое к священникам? В Адыгее мы нашли одного священника, но он нашим был знаком, отец Игорь. Боевой такой, он 3 полка обслуживает. Сколько он совершил... прыжков? 3000 почти. Около 3000. Около 3000 прыжков с парашютом. Батюшка, он сам все, у него земля, масло давит, рапс, другое отношение у него. Я говорю, сколько вам нужно Евангелия? Мы Евангелие привезли, везем много с собой-то. Ну, ему 2 коробки дали. Мне хоть сколько дай.
Вот я понимаю, работа у него, как он понимает, так он делает, но он не сидит. Утром рано он уже, у него в движении, все, там звонят военные, прийти. Ну, а иностранные, говорю, люди-то, мусульмане вокруг как? Открываем курсы, говорит, сейчас приходят. Конечно, русские. Мы были в том месте, где до нас практически никого не было. Вот мы ночевали в доме муллы. Большая беседа, записали. Они верят, верят искренне. Как раз у них пост был. Они днем, видать, не ели, вечером они пошли. Но мы должны им показать святую православную веру. Как? Они собрали там несколько мусульман, мы стали рассказывать. Да, действительно трудятся, трудятся. Но я когда говорю, давайте побеседуем, Римлянам 6:23. Возмездие за грех смерть. Тут они быстро согласились. Жена у него преподает Коран. Да, действительно смерть. Но отец Игнатий, ну, я Игнатий, ну ведь это же духовная смерть. Правильно, давайте запишем. Духовная смерть. Все умерли, умерли. А кто Христос? Пророк. Приходил пророк, он не умирал. Вот на этом сатана и поймал. Он умер за грехи наши, он воскрес для нашего оправдания. А дальше написано, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Ну неужели за такого мало мы погибнем? Да мы смерть эти, да добрые дела будем делать. Да какие добрые дела, когда мы смертные? Все приговоренные, водами умирают все. Апостол Павел к римлянам говорит. А что необходимо? Христа принять. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Ну неужели мы вот так верим и так погибнем? Не я говорю. Дух Божий говорит через апостола Павла. Они нуждаются в этом. Они добрые люди. Но без Христа вся наша доброта – это ад. Многие добрые в аду будут. Церкви открыты здесь. Ну вот она ходила, ходила, пела в хору, пела. Выгнали ее. Она идет со мной, ее увидели и говорят, а что это ваш муж? Она говорит, нет, это мой учитель и отец приехал, православный проповедник. Понимаете, она говорит, а ей там мусульмане говорят, да ты что, сама православная? Она говорит, да, я, говорит, уже православная. Я так ахнул, ты что делаешь? Они же, знаешь, как обозрены. Они на нее сразу, как ты могла в вере отцов своих изменить-то? А она улыбчивая такая, улыбнулась им, и все. Нужно людям показать Господа нашего. Чтобы они увидели, что мы мирные, мы не желаем никому зла. Вот мы поехали в Армению, а нам сказали, Армения воюет с Азербайджаном, Карабах. Смотрите, у вас будут проблемы. Я не люблю это слово, но мне так сказали. И вот мы, когда в Азербайджан въезжали, они печать это увидели. А зачем заезжали? А сколько вы там были? А КГБ с вами разговаривали? Да никого не было, мы в глаза не видали. То есть, и они просто терзают. Я говорю, мы одинаково относимся к тем и другим, те и другие хорошие люди. Мы не касаемся ваших раздоров. Мы принесли вам Евангелие. Мы желаем рассказать о Христе. Они нас рук на руки перекидывали, не компьютер, а от руки все записывают, подтверждение дать. Везде вот это вот. Пугали нас очень много Чечней. Чечня, знаете, там только головы режут. А мы приехали, как будто нас там ждали. Мы даже отдельно подарили наш подарок книге Евангелия Рамзану Кадырову. Ну, опоздали через секретариат. Женщины какие. Пошел сильный дождь. Я говорю, знаете, дождь всегда означает благословение. Они говорят, мы тоже так подумали. Прям как из ведра ливанул. Мы оттуда едва выбрались. Такими тропами, зигзагами, дорога. Ну, Бог благословил. И вот мы, если Господь благословит, на этой неделе, ну, на неделе новая уже, думали закончить, вернусь и подведем тогда итог. Немного, два месяца не будет. В прошлом году мы проехали, ездили мы 3 месяца, а одна неделя мы прошли 240 городов и сел районных в России. Дошли из Барнаула, мы Москву посетили, в храме Христа Спасителя были, совершили молитвы, не внутри, а снаружи тогда закрыто было, и дошли до Владивостока и Находки. Ситуация действительно, как патриарх Кирилл сказал, действительно именно такая. Опровергнуть нельзя. Ну а чего опровергать-то? Он ехал со свитой, ему все показали. Надо работать. А работы нет. Он говорит, патриарх Кирилл, я, говорит, посылаю, у меня монахи, я посылаю, идите на север, показывает. А монах мне говорит, там кислорода не хватает. Мне смешно даже стало.
А патриарх говорит, какой тебе кислород, ты монах, ты отрекся от всего. Там люди нужны, там где Диомид, видать, Чукотский край был. Конечно, нужны решительные меры каждого. Мы сами должны с любовью, конечно, и с великим сожалением, сокрушением сказать, мы многое-многое упустили. Упустили так многое, что наверстать, ну, я сам уже 50 лет миссионер православный, вижу, знаю эту абсолютно обстановку, во многих университетах преподавал, радиопрограммы вел, там ездил в Америке, и скажу, что начать надо, давно было, а результат Бог берет на себя. Нам не надо заботиться о последствиях, а что будет, а меня посадят, меня сажали, я 5 тюрем прошел за Слово Божие, но я живой остался, и все, выкрутили руки, но я живой, и в сердце всегда просто ликующая радость. Что нам Бог русским дал святую православную веру. Это оцените. Оцените и начинайте работать. Не сидите на месте. Запечатаемся где-то. Надо двигаться. Двигаться, и нас Бог благословляет. И такие встречи с руководителями. Люди совершенно незнакомые. Вот вчера мы ехали, у нас неприятность там что-то с аккумулятором. И вдруг совершенно посторонний человек, шофер, подходит, свой аккумулятор снимает, ставит. Я ему дал визитку и сразу подарил книги. Трехтомник Евангелия с блаженного Феофилакта. У нас там 240 иллюстраций. Он такими глазами смотрит, так это за вашу доброту. Незнакомым людям снял аккумулятор, переставил. Это надо ловить такие моменты, и на этом Бог нас уловит. Господь раскинул сеть по всему миру. Он, смотри, как Златоуст говорит, широко раскинул руки Господь. Это превосходящее разумение любовь Божия, широкого погибельного пути захватить всех людей. Времени больше не будет, написано. Мы сейчас пройдем немного вперед, ну а потом к Владыке. Я сегодня уже с 3 часов, уже тут все правила исполнил, все. Я люблю рано вставать. Обычно у нас все встают 4:40. Ну, шофера оставили, он поздно лег и... За рулем, чтобы не заснул. И скорее поедем к Владыке. Сказали, мы там должны быть. Его найдут. Он из Москвы уже вернулся. Я уже предвкушаю радость встречи. Как это будет. Как он в последнее время у нас был. У него улыбка с лица не сходила. Ходили мы. 23-й у нас день деревни был. Он приехал со своими людьми. Благодарим вас за ночь. Прекрасно прошла ночь. Все, пошли дальше.